Я только что держал в голове и... А, следующая песня такая глубокая. Даже не знаю, как я ее написал, какая у нее история. Просто как-то очень долго писал. Мне просто тема понравилась гитарная, она такая вдумчивая, глубокая. Она называется «Все псы попадают в рай». Я засчитал звезды, мысли без слов чисто. Время бежит быстро. Скрипы полов гвозди, старый портрет грозный. Вечер зажег свечи, как будто взрыв вечный. Создан, хвост мой промок в цепи, ветру меня трепет. Рыжий комок шерсти, где-то в другом месте. Поле лететь звездам, но для меня поздно. По полной пути мы силы равны, терпеть не свободу, мы рождены. Все, ваше здоровье, ребята. Будем. Ну, скажите что-нибудь.
Супер. Молодец, класс. Вот. Мне очень понравилось. Я уже, наверное, стал фанатом. Ну вот, соберемся и поедем всей тусовкой куда-нибудь потом. Куда-нибудь. Тур. Малайзия. Там у нас жизнь. Русских туристов. Блин, офигеть. Раньше я не тянул такую программу, но именно голосом. Тяжело было. Когда опоры нет, все на горле тянешь. Нереально. Под конец уже чешется так, сохнет. Ну сейчас вроде получше стало. А так я еще пишу электронную музыку. У меня сейчас в эту сторону вот, направление идет. И поэтому я там сейчас купаюсь. Поэтому забыл много песен на акустических. Потому что ушел в какой-то там непонятный жанр вообще для меня. Неосознанный пока что. Какой? В каком стиле, да? Ну, какой-то экспериментальный, знаешь, сквозь депешмоды с рэпом. Наверное, еще какой-нибудь там металлчик чуть-чуть. Мои корни идут в даун хардкор, и поэтому там тоже есть немного. Скажи мне выход на твою страницу, чтобы могли зайти посмотреть, как. Вы найдете меня. Альберт Голубков, а я там один такой вот. На всю вселенную. Как минимум. Не, ну правда. Это не мой эго. Просто. Я просто проверял, типа там нет больше Альберта Голубкова. Так что. Да, столько я крут. Ой, блин, как же жарко, ребят. Что делать? Пошла жара. Пошла жара. Ну, если я сейчас выйду, я заболею, нельзя выходить. Кстати, да, когда много поете, не уходить на улицу. Забываешь просто момент. Или его холодная бухлишка еще пьешь, когда. Обычно тусишь, там бурбули. Димон меня кого-то не ищет. Я тебя ищу. Я тебя уж нашел. Славик Кучеров пишет. Парень в России, я не смогу. Парень. Ну все. Маркус не придет. Так, что еще там? Ром, что еще у меня есть? Я просто Наташку жду, чтобы ей научиться сыграть. А так, что у нас еще старенького есть? Можно что-нибудь, не знаю, что вы знаете, я могу попробовать. Хотите какой-то велосипед? Ну, не помнишь? Уверен? Да, кстати, фига. Я, кстати, хотел бы спеть. Да, голос подойдет. Да, голос подойдет. Подойдет, да. Сел на сцене в ДК юбилейный Тучкова. Ночью нам так ключи давали от него. Мы сидели, короче, я вот сидел в печали, писал припев к этой песне. Такая, короче. Такая история. Все, что я помню. А текст писал Никита, кстати, Бабякин. Ну, основной куплет. А, припев я. Песня про мумию. Про чувака, который закрылся там, спрятал сокровища и ловит людей. Они идут туда их забрать. А он не дает и съедает их. Обрядом мы стали риски.
моя душа, она так кричит, а голос молчит. Столько таких песен слышал. У меня даже альбом такой есть, между прочим, где я пою на непонятном языке. И я, короче, его пиарил, этот альбом, и мне там комменты пишут чуваки такие. Ну, типа, альбом на четверочку, но за смысловую нагрузку 5. В общем-то, значит, там есть смысл. Но на самом деле, вот учитывая наши сейчас законы там и прочее, все вот это вот, то, что нельзя говорить там, произносить. Я думаю, что это отличный выход петь на тарабарском языке. Чего хочешь, неси, а все пускай читают эмоции. Привет, Натали. Натали. Ай-яй-яй, шарай. Что-то там, Натали. Ну как добралась? Быстро нашла? Ой, я уже так вспотел. Ну так. Сыграть-то. А, Наташа как раз песня. Наташа просила меня не играть, но я все равно сыграю. Пропукнула. Там вовремя приехала. Весь мой вход пропустила. В общем, песню мы написали на берегу озера вот этого нашего Волковского, ну, на Дохранке. Мы все время с Пашкой Осиповым сидим, там что-то угораем. Вот. И получается такой. Ну, приколись, короче. Так.
Задрота песня. Ладно, ну,